И следующая песня, она про то, как как раз очень безопасно ездить по дорогам. Как говорит такая мудрая байкерская пословица, которая пошла, в общем-то, с давних пор. Если сел на мотоцикл, не выебывайся, ты уже один раз выебнулся, на него сев. Вот. Ну да, я так думаю, что у многих из вас есть такие друзья, которые возят с собой кучу всякого странного оружия. Сидят на всех всяких там форумах, типа там Ганзру там, и так далее. Вот, знают, как бечевкой задушить африканского льва. Вот, и так далее. Вот пример про таких людей песни, она называется «Милитарист». Если сухо и тепло, к сожалению, признаюсь, я ужасное стекло. Чтоб поднять самооценку, где бы я ни побывал, я везде с собой таскаю натуральный арсенал. Я вожу с собой травмат, футбольный автомат, биту, ножик, самострел и оптический прицел. Если где-нибудь случатся неприятности со мной, я не стану усираться, я приму нерадный бой. И обидчиков обиды ни за что я не прощу. Все, что на себе таскаю, в рот немедленно пущу. Мой пойдем на контрафакт, футбольный автомат, биты, ножик, самострел и оптический прицел. Какой-то гопник отказался пропускать. Я такого не прощаю, я же байкер, вашу мать. Благо дело было в пробке, как за жутким пешком и по ржавому капоту, по размаху кулаком. И у меня же есть травмат, футбольный автомат, биты, ножи, самострел и оптический прицел. Оказалось, что в машине ехал гопник не один, как сидел там четыре, но меня предупредил. Я бы пожил и приехал, если б я, конечно, знал, что засуну кровушок, какой мощный арсенал. Я засуну и травмат, запихали автомат, только ножик самострел, легче всех пошел прицел. Я расстроился сначала, было больно мне сидеть, но зато прицелом жопе я на мир могу глядеть. И таскать в руках не надо ни с собой, и ничего. Повернусь к нему я задом, а оттуда на него сразу выглянет травмат, и футбольный автомат, и ты ножик самострел, и оптический прицел. Как-то так. Спасибо.